Управление обороны заявил о вторжении в воздушное пространство. Скорость объекта определить не представляется возможным. В данный момент находится прямо над жилыми кварталами Москвы. Очевидцы говорят о резком снижении необузданного. Все оперативные службы подняты по тревоге. Объявлено... Мир замер в ожидании. Нам лишь остается понять, чем обернутся сегодняшние события. Концом человечества или шансом узнать что-то о нас самих.